Сейчас пойдем в магазин сладостей, да? Да! А у меня слов нету, что сказать. На, я даже боюсь ее называть. Ты не будешь нас ругать? Буду. Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу. И мы на каникулах снова прилетели в наш любимый солнечный Дубай. Ну, сегодня достаточно ветреная погодка, как это можно заметить, у меня волосы развиваются. В бассейне не искупаешься, не погуляешь. И мы решили повеселиться и снять челлендж, где будем проверять свою удачу. Это популярный челлендж из ТикТока, где, как Вика уже сказала, мы будем испытывать ее удачу. Я целый день буду предлагать Вике две карточки на выбор, где будут расписаны разные развлечения, и посмотрим, что же она будет выбирать. Там есть как-то супер-пупер что-то классное или совсем простецкое. Так и не очень, да? Ну как, не очень. В Дубаях не бывает не очень, мне кажется. Ну ладно, это мы посмотрим. Итак, первые две карточки на выбор. Мы сейчас решим, где же будем обедать. Так, ну давай, подсматривай. Ами, ты тоже, да? Дай-ка мне, дай мне карточки. Держи, да, лучше ты держи, да, согласна. Где мы будем обедать? Выбирай. Ну, вот это. Обед в отеле. А какой там другой вариант был? А другой был обед в Макдональдсе. Почему я радуюсь? Обед в отеле уже включен в стоимость, так что не надо платить денег. А Макдональдс там мороженое. Вот ты сама это выбрала. Приятного аппетита. Вообще мне нравится, кстати, что мы обедаем не в Макдональдсе. Здесь, смотрите, кстати, какой выбор. Да, здоровая пища. Вот Амелия взяли рис, курочку, морковку, огурчик. Молодец, Вика. Вика, конечно, у нас не очень правильно питается. Как совсем неправильно. Подожди. Зато она газики не пьет. Хоть это. Хоть это, да. А папа вот обожает макароны. Я макароны. Мне дайте макароны, и я проживу на необитаемом острове. В любой стране только макароны. Только макароны. Вот. Я, наверное, в прошлой жизни был итальянцем. Наверное. Я себе набрала всякое, всячего, по чуть-чуть. Мама рыбка, овощи. Любит вкусно покушать и разнообразно. Поэтому вот, она берет все подряд. Вот такие десертики на пробу. Тебе же нельзя сладкое. Это, между прочим, золото. Серебро. Ух ты, это не золото, это серебро. Это серебро. Давай, кусай. Сегодня проверяем у Вики удачу, да? Сядь правильно. Что ты как некрасиво сидишь? Ну, даю. Все, упала машинка. Где машинка? Сейчас я подниму. Ну что, пообедали? Да, я объелась просто. Ой, теперь можно свернуть в горы. В горы? Так, сворачивать горы мы будем чуть позже. А я вам подготовил два варианта того, куда мы сейчас поедем. Мне подготовил. Да, ну, выбираешь подготовил. Ты, а едем-то все вместе, так что давай, не мы оплошай. Сегодня живем по твоей удаче. Итак, выбирай. Куда мы едем дальше? Куда мы едем дальше? Один из вариантов. Ответа какие тут? А я не скажу, не скажу. Ты давай, выбери и прочитаешь. Ну, вот эту. Это? Да. Уверена? Как думаешь, что там? Ну, доставай уже. Нет? Шопинг в Дубае! Ты выбрала шопинг. Мы там 5 лет не были. Ты выбрала шопинг в самый большой торговый центр в мире. Ну, один из самых больших, да, мы там 100 лет не были. Там аквариум, магазин с конфетами. Victoria's Secret, Candylicious, H&M, Zara, Bershka, что там еще, Plant-Beer. А интересно, что было вторым вариантом? Да. Прогулка на Blue Waters. Там тоже очень красиво. Это где мы были в 2019 году? Хэллоуин, в разгар Хэллоуина. Так, ну что, едем? Да, теперь нам нужно вызвать потом такси. Пообещать, что много денежек не будем тратить. Нет, пожалуйста, не обещаем, не обещаем. Я потрачу $100,000. Фу-фу-фу, сплюнь. Можешь тратить, сначала только их заработай. Ну, девочки, пожалуйста, берегите папин кошелек. Мы приехали в самый большой торговый центр в мире. Это ты нам предложил этот челлендж. Ты. Я, наверное, ошибся. Я думал, что ты выберешь. Гулять пойдем по набережной. Нет, знаешь, в чем твоя главная ошибка? Что ты решил сделать этот челлендж в Дубае. Если бы ты сделал это
этот челлендж в нашем маленьком родном городе Чебоксар, это было бы проще, да? И дешевле. Ну, в общем, я пошел. Давайте не будем снимать продолжение. Следующие два варианта, как ты выберешь свою удачу, Вика. Смотри, куда мы идем дальше? Магазин сладостей. Это тот самый. Сейчас пойдем в магазин сладостей, да? Да. Ой, осторожней стукнулась. Поехали. Машинку купим. Машинку купим? Да. И только машинку надо. Это просто... А у меня слов нету, что сказать. Глаза разбегаются. Очень много всего, просто невозможно. Смотри, чего только нету. Ой, я думала, они мягкие, они не очень. Потрогай. Я тоже думала, что они жесткие какие-то. Смотрите, новая версия Бинбузл. Экстремали хат. Flaming Five. Это самое острое. Что написано здесь? Вот? Какие конфеты? Перец. Каенский перец. Сейчас, секунду. Класс. Я не знаю, что это за название. Это, видимо, из острых конфет исключительно. Возьмем? Конечно. Вик, смотри. Супер острые. Берем. Слабо? Слабо. А еще я нашла вот кислые. Как думаешь, они очень кислые или... Джелли-белли? Я думаю, не очень. Джелли-белли всегда были такие, слегка только кислые. Но можем взять. Ну, давай возьмем. Попробуем. Давай. А вообще здесь рай Джелли-белли. Смотрите, сколько. Это просто... Это все Джелли-белли. Я нашла огромный отдел с Hello Kitty. Пойдем смотреть. Тут огромный отдел с Hello Kitty. Тут даже боксы наверху, огромные боксы. Подушки колотки. А, нет, это лол. Ой. Где? Это лол. А, это лолки. В общем, я хочу взять что-нибудь, ну, вот это, что-то интересное. Что это такое? А я не знаю, какая это сумочка. А там, смотри, маленькие конфетки. Вика, вон. Ну ты же, ты не говоришь, что будешь ходить с этой сумочкой. Ходить-то с ней я не буду. Ну зачем ты ее берешь? Амелия. У Вики теперь титры плана, но... Еще... Все, что берет детское, говорит, что для Амели, а сама играет в тихаря. Два яичка. Нет, одно. Одно яйцо с Hello Kitty. А это что? Это острое? Это острое, да. А это мои не острые. Будешь... Ты любишь острые конфеты? Здесь мы нашли вот такие огромную полку с шипучками. Знаете, вот когда вот эти вот кристаллики попадают на язык, они начинают лопаться, как на сковородке. А вот теперь скажи мне, почему ты эти шипучки не боишься, но боишься пить газировку? Которая по ощущениям, в принципе, мне кажется, схожа. Нет, там газиков больше. Мама, не учи ее пить газировку, не надо рассказывать. Там гораздо больше газиков, да. Окей, это что такое? Сладкая вата. Сладкая вата, виноград. Вау, тоже захотелось. А еще я возьму вот эти вот Вьетнам с Амелией, вот эти желейные. Желейные конфеты. Сейчас я вам покажу то, что вы никогда не видели. Во-первых, огромная банка с Toxic Waste, но это еще и целый отдел с кислыми сладостями. Посмотрите. Здесь надо все подряд брать. Вот какие-то смокболс. Что? Дымящиеся. Дымящиеся, как шарики. Помнишь, дым шел у тебя в Таиланде? Нет, это не такие? Это не то. Я не знаю, что это, но в любом случае мы это попробуем. Берем? В новом челлендже. Да, берем, клади. Мама какой-то новый супер челлендж придумала. Так, Toxic Waste ты взяла? Нет. Убери. Или самые острые. Я давно хотела их попробовать. А это же не Toxic Waste, это Shock Wave какой-то. Они просто баночки похожие. Нет, очень странно. Мне кажется, Toxic Waste запретили, берем. Потому что язык разъедает. Нет, сорт, патч какой-то. Да, здесь тоже кислятина. Вот эти! Что это? Warheads? Вот я вроде пробовала вот эти. Это знакомые, да? Да, мама. Знакомые что-то, да? Warhead. Мы ели такие, да. Это тоже кислые конфеты. Ами, здесь все кисленькое. Выбирай. Смотри, какие красивые. Спрей. Ой, это надо брызгать. Спрей кэнди. Спрей кэнди черри вишневые. Брызгалка. А сауэр?
кислый? Не нет. Написано. Давай возьмем. Давай. Мама еще тут набрала. Вот какие там спреи, кислый спрей. Вот, мы только что взяли спрей. Нет, мы взяли обычный, сладкий. Нет, сладкий нам не нужен. Нет, это я просто напробовала. А у тебя не слипнется? Нет. Так, кислый спрей и еще вот такие вот sour booms. Какие-то тоже кисленькие. Тоже от Warheads. Сетки, да. Вот так выглядит лицо счастливого человека. Это ты придумал. Мы вот скупили. Вообще неправильный челлендж мы выбрали. Знаете почему? Потому что в первом же раунде мы определили, как пройдет наш день. Получается, мы не сможем выбраться из шопинга никак. Неправильный челлендж. Да, надо было сначала, тебе надо было выбрать прогулку на набережной, и там бы, возможно, как-то еще завертелось. Да, завертелось. А теперь мы все, мы здесь в кандалах шопинга. Ну, значит, будем вот получать удовольствие здесь. Две карточки. Так, ну сейчас я... Что-то гадает еще. Да выбирай уже, что там гадать, любая. Ой, ой. Две карточки нельзя. Все. Выбирай. Смотри. О, повезло, повезло. Виктория. Я правда не знаю, Secret. Что ребенок будет покупать в отделе Victoria's Secret, где продают взрослые лифчики. Ну не только, там же полно всяких товаров. Панталоны еще. Прикольных штучек, мистов, спреев, духов. Да, 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 вот я мист хочу. Топиков. Что ты хочешь? Мист. Что такое мист? Ну, для тела спрей вкусно пахнущий. Но а это значит, что в H&M ты не попадаешь. О-о-о. Так, мы находимся здесь и идем туда. Все, я знаю, где это. Пошли. Мы пришли, мы искали, и вот 1000 лет у меня ноги болят, я хочу домой, но... Ну, пошлите домой. Домой, 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 домой. Домой, все, домой. Вот он хорошенький перед нами. Вот он. Нам нужна пауза. Ребенку надо в туалет. Что за психушка ящики? Так, взяли пижамку примерить. Если размер подойдет, мы выберем другого цвета. Которая популярная, розовая в полосочку. Это у всех есть. Тебе там такая нужна, да? Ну и пользуясь случаем, я себе тоже тут кое-что выбираю. Чуть папа себе пользуясь случаем ничего не берет. Я хочу взять вот этот. Просто посмотрите, вот такой блестящий. Кстати, тут можно для теста понюхать. Ты попшикай, нюхать не надо, надо смотреть на действие. Что он делает? Просто мист с блесточками? Пряхно пахнущий? Да. Что это такое? Спрей для тела. Вау. Тебе зачем, Вика, в школе блестеть? Вот легкие блесточки. Ничего не вижу. Дай послушаю. Послушаешь? Очень приятно. Такой сладенький аромат. Да. Это называется... А, мист. Я теперь знаю, что такое мист. 2 по 145. Так, давайте 2 возьмем. И еще один какой-нибудь. Нет, еще какой-нибудь. Мама, это на оценки в школе не влияет. Но я-то хорошие оценки получила в четверти. Давайте другую еще какую-нибудь найдем. Все, набрали? Да. Мам, ты что взяла? Я не покажу, это личное. Видишь, какая сумочка? Пойдем. Вечером покажешь, окей? Ушли в примерочную. Девочки такие, девочки, да? Ами, вот ты подрастешь, тоже пойдешь в такой, да? Нет? Ну ладно. Вика? Ну что, здесь, кстати, такие примерочные большие. Да, просто. Класс. У меня под кепкой все здесь, смотри, волосы прилезают. Здесь даже можно вызвать завтра. Ну как размерчик? Ну, вроде бы нормально. Вот так вот закрыть. Растешь? Да, вот, вот так вот. Оверсайзный. Да, только цветочек это не будем брать, возьмем полоску. Да, который прям для мадам. Mm-hmm.
получилось очень дорого. Да. Нет, не до... Нет! Нет, на самом деле очень дорого. Мне кажется, это не стоит того. Несколько вещей, а цена, я даже боюсь ее называть. Ты не будешь нас ругать? Буду. Тогда не называй. Я и так... Чек, выкинь-ка, чек. Показать чек. Не надо. Тут смотреть даже не хочу. У меня я и так... Нет, на самом деле очень дорогой магазин. От этого челленджа. Очень дорогой магазин. Да, но вы хоть будете красивыми теперь, да? Да. В том числе и на видео. Мы взяли пижамки одинаковые. А еще я буду вкусно пахнуть. И блестеть. Да. Да. Ребята, на самом деле это же папа нам устроил такой дорогой челлендж, поэтому давайте поддержим папу. Подпишитесь на наш канал, и папа будет очень счастлив. Дорог... Да, папа? Он не дорогой, а щедрый. Наш папа очень щедрый. Щедрый. Спасибо тебе. Ой, спасибо. Вот если сейчас... Подпишется очень-очень много-много-много-много-много выше, но я стану чуточку добрее. И устроит вторую часть. Вторую часть все, нет, типа. О, папа, мы здесь уже несколько часов находимся, но мне еще нужно Клэрс, в Минисо, в H&M, в Зару, в Бершку, в Макдональдс. Семь еще отделов. Стоп. Я придумал, как выбраться из этого финансового ада. Две карточки. Выбирайте, куда мы дальше. Так, либо, понимаешь, сейчас, да, либо домой все от меня зависит. Да. Так, я все время выбирала левую. Я левую же выбирала? Я не помню. С своей стороны левая, ну да, в основном ты, да, с папой. Я не помню. В общем, одна из этих карточек, мы едем домой. Мне уже без разницы, честно. Starbucks. Идем в Starbucks за пончиками. Ну, это всем хорошо, не надо. Ножки хотя бы немножко у нас отдохнут. Перед не чем? Надо. Перед следующей серией шопинга? Подожди, Starbucks еще найти надо. А следующий, следующий бумажки был тоже отель. Будут? Я поняла, что это да. Не выбрасывай, я ее в следующем раунде еще раз. А где кофе? Так, это кому? Чизкейк мне, тебе круассанчик, его даже подогрели. Смотрите, тут еще дали наклейки, 4 наклейки Вики Шоу. Я себе сейчас приклею на телефон. Вау, Вики Шоу? Да. А написано, что это Starbucks? Да. Прикольно. Вика, раз все уже хотим домой, тебе еще один шанс попасть в свой любимый магазин. Так, хорошо. Выбирай. Очень хорошо подумай. Здесь сейчас решается твоя судьба. Так. Выбирай. Зара! А во втором что? А не важно. А там, наверное, чем? Наверное. Что, ты рада? Что? Или нет? Ну, лучше бы было и чем, но раз Зара, а не домой. Тогда все хорошо. Пошли в Зару. А что ты хочешь в Заре? Я хочу себе одежду и что-нибудь из украшений. Тебе ничего не надо в Заре? Не особо нет, но... Что там Амелия делает? Спряталась? В прятки играет? Амелии надо штанишки, потому что мы приехали в Дубай и не знали, что на самом деле здесь почему-то холодно, мы замерзаем. Я себе плавки привез. Вечером. Чувствую, что... Вечером всего 20 градусов, в общем, здесь нужно что-то тепленькое, а одежду с собой совсем не взяли, так что надо прикупить. Бедные мои новые плавки. Максимальная жара здесь 25 градусов. Может быть, наладится еще погода. Это не Зара, это Зарище. Зарище. Да, Зарачище. Ой, машина, смотрите, машина. Да, ничего особенного, просто машины ездят в торговом центре. Да вообще. Лимузин. Амелия в восторге. Смотрите, какой он огромный. Это же этаж. Да, в смысле, там тоже Зара? Нет. Вроде да. Разве? Не знаю. Нет, давайте мы только на первом. В общем, ребята, время уже 23:30, уже 31. Мы все очень устали. Амелия, кстати, больше всех устала. Спасибо огромное нашему папе за этот прекрасный день. Обязательно напишите в комментариях, была ли удача сегодня на Викиной стороне. Да, мне кажется, что да.
ты устала? Все, ну а мы поехали домой. Да, всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока-пока. Машинку купить обязательно.